Я это запишу видео. Что там? Всем привет. Ой, народ, ну что, мы на Томском острове. Красота, сели, посидели на лавочку. Насладились вот такими вот какими-то видами просто, ну, классными. Утя, утя. О, вон утю не заметили, сидели прямо возле ути. А там две, подожди, там три. Там три. Вот написано, что и ути, и лебеди есть. Это на этой лавочке вот пришли, посидели, и мост, через который мы с вами шли в прошлом видео, и качели для детей. Боже, знаете, тут такой просто тенек классный, просто божественный. Сейчас мы хотим найти еще собор как кафедральный Джона, да? Святого Джона Баптиста. Там еще можно на лифте спереться наверх, забраться наверх. Очень много всего сегодня посмотрели. Это наш первый день во Вроцлаве. И вот все видео, которые вы уже увидели, кроме отеля, сняты сегодня. Вот так вот. Сейчас просто идем с вами. Красота. В общем, когда будете во Вроцлаве, Томский остров посетите на целый день. Можно зайти сюда. Мы перешли просто. Салатовый мост, видимо, очень новый мост, поскольку его нет ни на каких картах. И мы с вами вошли через правильный лягушечий зеленый мост. Боже, какая зелень, как меня это впечатляет. Народ, кто живет в зелени, это круто. Ну да. Извините, на голову. Ну вот ты пришел, ну уберишь ты, елки-палки. Вот же, посмотри, он мусорка, вот же мусорка. Буду в баньку. О, лавочки это. И тут просто на острове еще очень много всякой архитектуры такой. Ну, мы смотрим по карте. Сейчас будем переходить, наслаждаться, смотреть. Вот смотри, красный мост. Наверное, это он, да, идем. Сейчас посмотрю. Люди наслаждаются. Смотри, какая там это, прям зимний сад, кафешка, чешу. Наверху, наверху, наверху. Да, видишь? Вот я постараюсь показать. А что ж ты показываешь? Приподняла, показала кафешку. Вон зимний сад вверху. А, наверху, тю. А я там, я туда показывала. Зимний сад не внизу, наверху. А, я, вы можете правильно сказать. Все. Классно там, да? Наверное. Наверное, да. Все, пошли. Мы же там не были еще, классно. Ну, наверное, классно. Не могу тебе ничего сказать. Кто был, пишите, классно ли в зимнем саду в Вроцлаве на Томском острове. Точно классно, наверное. Мы с вами идем гуляем по этому острову, посмотрим его немножко, вам покажем. Надеюсь, что удастся добраться до кафедрального собора Джона. А еще Наташа вычитала, здесь в каком-то здании жил Казанова. Да. То, может, на Казанову посмотрим. Ох, нравится. Кто это? А, прикольный такой памятник, прикольный. Ничего, я по травичке обойду. Здесь же все по травичке ходят, Наташа. По травичке тоже можно обойти. Сократ, Аристотель. У него с ногой что-то проблема. Не, наверное, нужно обойти вот так вот и посмотреть, что это. Сократ, я же говорю, Сократ. Я в профиле его узнала. Ну, Сократ. Наташа молодец. Сократес, да. Так у него с рукой что-то, она больше, чем голова. И лицо измеримо. Ну, подожди, а у меня такая же рука? Расставание порождает печальки. Сократик. Да, Сократ. Только как-то делали, зачем его так? Ну, не знаю, сделали прикольно, что... как-то облазит он весь. Большие нормально. Руки, большие ноги, как бы голова, мыслитель, нормально. А там уже красота где-то виднеется. Ой, смотри, тоже спортивная площадочка. Да, кстати, классно. Ну, это тема. Детская площадка, вообще классная. Ну, сделано хорошо. Берешь ребенка, идешь гулять с ним целый день. Или берешь друзей, идешь на пикник. Классно сделано. А лучше берешь себя. Да, это точно. Идешь. Берешь себя, идешь. Мы берем вас с нами. Сейчас перейдем по мостику и включимся снова. Что-то интересное будем вам показывать. Так, смотрите. Вот уже что-то интересное близится. И трамвайчик. И Наташа говорит, это Красный мост. Идемте. Будем думать, что это Красный мост, потому что, по-моему, по картинкам Красный мост был как зеленый такой, он как подвесной. Серьезно? Был. Да, нет, сейчас закажется. А где? Я могу ошибаться. Красиво, кораблик такой. И вход на... Ну, наверное, это Красный мост, назовем пока его Красным. Река Одра, пишите, кто знает, это Красный мост, не Красный.
Святой Клары. Ага, ну все, значит, мы переходим через мост Святой Клары. Она его построила, да? Ха-ха-ха, не знаю, почему так назван. Куда она? Пушская карта не строит. Вон, налево что-то очень похоже. Ну, наверное, налево пойдем. Ну, хотя, не знаю, там не высоко. Дальше я ничего такого не бачу. Да, это, наверное, кафедральный собор, на который можно сбираться. Он, наверное, такой высокий должен быть, что его видно должно быть. Да, мост Святой Клары. Спасибо, Клара, такой мост построила. Туристы теперь ходят. Уже не на мосту. Ха, мы на распутье, кстати. Смотрите, Наташа еще один мост обнаружила. Зеленый. И там тоже какая-то башенка такая. Вот сейчас посмотрим в гугле, как выглядит этот кафедральный собор, и туда пойдем. Что, мы пойдем или налево, или направо. А, ну, смотрите, большинство людей и туристов идут вот туда. Кстати, о птичках. Так, сейчас вам покажу, и там красота тоже есть немеренная. Вот. Сейчас просто посмотрим фотку и вычислим, потому что Google нас ведет сегодня просто, я не знаю, в какие-то дебри, в какие-то, не знаю, совершенно в другие места, которые нам не надо. Просто наоборот все показывает. Но это есть такое. Нас тоже кто-то сегодня с кем-то познакомились, забыла, посмеялся, сказал, да, говорит, Google нас так всегда водит. А, мальчик был на Эльжбете. Так что нам туда или туда, непонятно. Мне сдается все-таки направо, потому что очень много людей ходит, идет по тому мосту. Заблудились. Интересно, что мне показывают уже и Шри-Ланку, и Лондон, и... Ну, красота, ну, Шри-Ланка. А ну сейчас. Плац Касседральный. Фотку бы, фотку. Уже 7 минут. Чекаю. Идти уже 7 минут, было 10. Но мы на правильном пути. Мы пошли влево, смотрите. Может, Наташе показалось, что все-таки Google нас правильно ведет. Там две башни должно быть. Здесь одна башня, две одинаковые башни. А вот еще какой-то мост, смотри. Это черный мост. Вот, может, справа. Я же говорю, тут на Тумском острове столько красоты, что как тут вообще найти? Вот по фоткам пока ничего не подходит. Ага. Красота. Красота, лепота. Одно только слово действительно подходит. Ну, много еще чудеса, волшебство. Вон еще зеленый мост какой красивый. Боже, может, я тот мост? Не а знаю. Тут трамвайчики, наверное, ходят. Подожди, я хочу перейти мост снять тут. А, можно вообще? Ну, что вам сказать? Давай быстрее, то что велосипед нас собьет. Не трамвай, так велосипед. Трамвайчик, кстати, идет. Ох. Как красиво, друзья мои. Просто... И запах от воды не противный, запах вот такой вот реки, чистой, да, чистой, без этого, без рыбы. Зелени, без... Не то, что там я рыбу не люблю, но запах. Оп, давайте я сейчас вылезу на мост, трамвайчик. Мне девочка помахала, ты видела, как приятно? Я ей помахала, и она мне. Класс. Такая, о, турист с камерой. Нет, они два одинаковых, ну, да, такие. Да что же идем-то? Я даже не знаю, куда идти. Так красота вообще просто. И люди такие приятные вообще. Ну. А вон два шпиля одинаковых. А, ну значит вот оно. Значит, давай мы обойдем идем, и идем перейдем вот там, может. Такие там. Я думаю. Да, значит это оно. А вон красный мост прямо. О, сейчас, подождите. Давай. А вон и красный мост мы нашли. Мы еще и туда пойдем, если дай бог здоровья. Ворона такая ходит деловая. Ушла. Ушла уже ворона. А ну. Тан-таран-тан-тан-тан-тан. Ворона такая. Деловая. А вон еще одна деловая. Вот реально какой аромат идет вообще. Обходим, идем к тому зеленому мосту. Уже не знаю, сколько мы зеленых мостов с вами увидели. Какой из них правильный, не знаю. Вот. Замочков понавесили. Наташе это не нравится. Нет. Я про зеленые мосты говорю, да? Наша шутка, что в мире всего 5 голов Иоанна Крестителя, да? И только 2 из них настоящие. Кто знал эту шутку, ставьте лайк. Кто не знал, тем более ставьте лайк. Так, это памятник папе. И мы идем через мост с вами. Боже, какая красота. Ну, я не знаю, вот как-то
Я до чего тяжко видела. Ну сколько? 130 мостов. Даже не знаю. Это, да, как сказали, это польская Венеция, да, это польская Венеция, реально. Вот тут останавливается кораблик, что ли? Было бы прикольно. Пассажирская пристань. Мы запрошены у вас кожного дня. 11:10. Калифорния, Корсар, Пират, Вера, Мена. Вколо центра места 50 минут. Ого. До зоопарка. Ну что, я проехал. До зоопарка можно проехать. Про ночные круизы, або ж корабли в аренду. Ну классно. В зоопарке там, ну, для зоопарка тоже досты есть. Там японский сад, вот такой. Если доберемся, будет прикольно. Бонсай, да? А я уже не помню. Вот круизы, кстати. Сейчас посмотрим, кстати. Может и прокатимся. Ой, гномик. Гномик с замком. А, вот почему здесь замки вешают. Это же гномик с замком. Это гномик им сказал замки повесить. Вот баловник. А вот и мост. По-моему, этот мост я видела, кстати. Вход на мост. Но он похож на вот такой именно вход на остров. Ну да, да, похоже. Мне кажется, похож на этот мост, Наташа. Да? А, смотри, во-первых, вход, да, вот такой вот, как раз вот реально видны уже досты. А во-вторых, уже вот, смотри. Так, а ну давайте глянем. Вот, наверное, мы нашли именно эта голова Иоанна Крестителя настоящая. Это что-то про любовь. Dwarves and the truth about love. Что-то про любовь. Нам бы про этот, про мозг. Здесь про Вторую мировую. Так. Наташ, пошли на мост? Что-то там половину, тонны. Я ничего не поняла. Душа цикала. Короче. Да. Душа цикала. Кому нужно, делайте скриншоты и переводите. А мы отправляемся дальше. Кораблик уезжает. Ну, слушай, я прокатилась бы на круизе, кстати. Я прокатилась бы. Ой, такой ветер дует. Вам слышно, я надеюсь. Ух. Ну да, слушайте, сквозняк такой, отречек. По-любому будет ветер. Даже не знаю, как тут может не быть ветра. Сколько зелени глаз. Все, проходим с вами полностью мост, и я понимаю, что там еще и статуи, и действительно то, что нас ждет на Тумском острове. А просто, знаете, гномиков можно искать по людям, которые их фоткают. Это уже так, как хранитель моста. Он тоже замок. А, видишь, он разрезает замок. Молодец, тот ставит, он разлезает. От баловник, от баловничок. А классно, что вот Вроцлав мы в разных частях, а гномы не заканчиваются. Ух, смотрите. Какое оно красивое. Сейчас посмотрим, что это. Вот туда люди поднимаются. И здесь центрум, не понимаю, что... Археологических находок какой-то. Гер просто меня заинтересовал. Красивый очень. И сейчас подойдем с вами, заглянем вот сюда. И узнаем, что это такое. И красивый памятник. Наташа говорит, это фонтан. Памятник мы даже не знаем кому, честно, что там или не написано, или нам непонятно. Ну или какому-то папе, или святому. Может, король Владислав, который здесь популярный. Слушайте, ну здесь вообще никакой надписи нету. Ну, зато очень красивая резьба такая, все вырезано. Да. Ага, и музыка играет в храме. О, там дракон такой, смотри, голубой. Вон дракон. Или это птичий? Дракон. А, ну да, дракон. Дракон. Так он, главное, в одном только оконце. Он из меди, наверное, потому что. Ага, зеленый, потому что такой. Вообще такие страшные фигуры тоже. Интересно, зачем это делали? Типа отпугивать вот эти страшилки? Отпугивать гномов? Не знаю. Да, быть может. Так, очень красиво. И поднимаемся по ступенечкам с вами.
Ну вот так мы посмотрели тихонечко храм. Еще понять, кого бы это храм. Скажу честно, это не смешно даже, ребята. Никакой таблички вообще ничего нет. Никакой таблички вообще ничего нет. Давай посмотрим, что это место. Что это за здание? Ну да, вообще это очень странно. Друзья мои, Наташа посмотрела, это костел Святого Христа. Вот мы его посетили, но очень странно, что никаких надписей нет. Ну вот как люди начали даже догадываться, что это костел Святого Христа. Ну, такой скромненько и классно, в принципе, там играет мальчик. Ну, нормально. Люди сидят. Кто-то встал, вышел. Я там постояла быстро на его месте и ушла. Потому что там написано, что не заходить во время мессы. Ну, мы так и сделали. Да, я не зашла, я только зашла и вышла. Как бы, да, не считается, в принципе. Поэтому по булыжничке, по Тумскому острову, по жаришке такой, хотя уже почти 5 часов, жарко сильно, мы идем с вами исследовать дальше Тумский остров.